Здравствуйте на 12-м канале. Время новостей. В студии Елена Бабкова. И вот главные темы выпуска. Морозы надвигаются на регион. Учеников области погода может отправить на каникулы. Какие указания получили школы? Соленые арбузы, кедровое молочко и таежные ягоды. Фермеры региона угощают омичей сибирскими деликатесами собственного производства. В городе открылся еще один магазин натуральных и экологически чистых продуктов. Четвертый ранг сложности из пяти возможных присвоили пожару в амурском поселке. Каковы предварительные причины? Сокровища культурной жизни Омска поможет отыскать карта. Путеводитель по знаковым местам города составят зрители 12-го канала. Проиграли геройски. «Авангард» уступил Салавату Юлаеву, но болельщики довольны игрой команды. В регионе готовятся к сильным морозам. Уже завтра столбики термометров опустятся ниже минус 30 градусов. В связи с этим школьники могут отправиться на внеплановые каникулы. Министерство образования уже разослало во все школы области соответствующие рекомендации. При такой низкой температуре от занятий педагоги вправе освободить учеников младших классов. А вот школьники с 5 по 7 класс могут остаться дома, если за окном похолодает до минус 33. Если температура опустится ниже минус 35, школу могут не посещать и старшеклассники. Добавлю, что потеплеет в регионе еще не скоро. На выходных синоптики прогнозируют только дальнейшее усиление морозов. Так, в ночь с субботы на воскресенье за окном будет минус 37, а в некоторых районах похолодает и до минус 43. Еще на одном рынке Омска вслед за центральным сегодня открылась ярмарка «Крестьянский продукт». С личных подворий омские фермеры привозят теперь на ленинский рынок молоко и масло, мясо птицы, яйца и различные полуфабрикаты. Найти здесь можно и деликатесы, к примеру, таежные ягоды и даже соленые арбузы. Уже сегодня за свежими и натуральными продуктами выстроилась очередь. Дарья Шадрина прошлась по торговым рядам и выяснила предпочтения покупателей. На этом прилавке даже самый привередливый покупатель найдет товар по вкусу. Выбор большой. От молочной и мясной продукции до солений и дикоросов. Есть даже местные деликатесы. Кедровое молочко из северных районов, соленые арбузы и моченые яблоки из Черлака. Все продукты экологически чистые. Предприниматели ежедневно выставляют здесь свой товар. Это уже вторая ярмарка «Крестьянский продукт» на территории города. Проект, он достаточно интересный. Мне так думается, что проект будет иметь будущее, потому что сегодня не только расширяется ассортимент, да, а как бы у производителей, у личных подсобных хозяйств, да, появляется уверенность в завтрашнем дне. То есть мне сегодня держать или 4 головы, допустим, крупнорогатого скота, и куда мне это деть молоко, или можно его это увеличивать, у меня есть уверенность в сбытии. Уверенность в завтрашнем дне есть. За время существования ярмарки на центральном рынке, которую открыли еще летом, стало ясно. Спрос на товары местных производителей есть. Да еще какой. Качество высокое, цена приемлемая. И это формула успеха, уверены сельские предприниматели. У каждого из них уже есть свои постоянные клиенты. Появятся они и у торговцев на Ленинском. Огурчики пробовали, помидоры пробовали. Но сегодня решили взять капустку. Ну, попробовать. Как уже? Ну, вкусно. Вкусно, хорошая продукция. А вот цены, насколько демократичны? Цены, да. И еще из-за цен, да. Цены приемлемые. Вот. Я обслуживаю пожилой народ, соцработник, поэтому как бы для нас это очень хорошо. Здесь пока еще нет мясной продукции и колбас местного производства. На прилавках они появятся уже через пару дней, обещают предприниматели. А уже через несколько месяцев подобные крестьянские ярмарки откроют на Левобережном и Советском рынках. Крестьянские ярмарки – аналог губернских. Принцип тот же, а вот выгода для потребителей больше. Через 2 года деятельности нашей ярмарки мы поняли, что на ней остались одни перекупщики, которые также ездят по деревням, вполне возможно, покупают продукцию у заводов, того же самого омского бекона, ударного, и представляют свою продукцию как за крестьянскую на наших ярмарках. Теперь без посредников. Со всеми участниками ярмарки «Крестьянский продукт» региональный Минсельхоз и мэрия работают напрямую. Как результат – высокое качество, приемлемые цены, а самое главное – свежая продукция. Ну и, конечно, благодарные покупатели. Дарья Шадрина, Александр Саражин, 12-й канал.
Резервный фонд зерна сегодня оценят журналисты. Представители СМИ побывают в нескольких хозяйствах Азовского района, где создан запас 2000 тонн пшеницы. Как сохраняют полученный в прошлом году урожай и когда начнется подготовка зерна для посевной? Об этом расскажут специалисты регионального Минсельхоза. Между тем, по расчетам ведомства, жители региона смогут покупать хлеб из омской муки вплоть до нового урожая зерновых. Созданного в области запаса пшеницы точно хватит до окончания предстоящей уборочной. Напомню, что в прошлом году аграриям региона удалось собрать более 3 миллионов тонн зерна. Между тем, обеспечить хороший урожай в 2015-м фермерам поможет снежная зима. Осадков в этом сезоне выпало уже в 2 раза выше нормы. Такие погодные рекорды метеорологи фиксируют в частности в Таре и Колосовке. Немного отстают по этим показателям южные районы области. Между тем, снегопады в регионе продолжатся и в ближайшее время. Так, в Тевризе сугробы выросли уже на 60 сантиметров, тогда как обычно даже к марту высота снежного покрова в этом районе не превышает 40 сантиметров. Пожарные дознаватели отрабатывают основные версии крупного возгорания в Амурском поселке. На первоначальном этапе у специалистов их несколько. Это неосторожное обращение с огнем и неисправность электропроводки. Не исключают дознаватели и возможность поджога. Больше 8 часов расчеты МЧС боролись с пожаром. Завершить операцию удалось в 1:00 ночи, что осложняло работу спасателей. С места событий Владимир Мутовкин. Пожар вспыхнул в конце дня. Пламя практически сразу охватило все складское помещение на улице Нахимова. Полыхало 500 квадратных метров хранилища, где лежали люстры, игрушки и другой мелкосортовый товар. Территорию ЧП оцепили полицейские. Госавтоинспекторы перекрыли движение транспорта на въездах на улице Нахимова и 2-я Барнаульская. Зарево от огня в сгущающихся сумерках и наступившей темноте было видно за несколько кварталов от эпицентра. Сложно представить, в каких условиях работали пожарные, ведь складские помещения, заполненные различной утварью, очень сильно дымили. Даже здесь, в несколько десятках метров от эпицентра пожара, меня от оператора периодически скрывают клубы дыма. А что приходилось выдерживать пожарным, мне и представить сложно. Прибывшим на место пожарным необходимо было в кратчайшие сроки локализовать возгорание. И с этой задачей расчеты сумели справиться, несмотря на сложную обстановку. О ходе операции каждый час докладывали губернатору Виктору Назарову. Трудности заключались в тушении пожара из-за отсутствия водоисточников. Из-за пробок на дорогах пожарные машины не могли проехать своевременно к месту пожара, подвести воду. В результате еще порывистый ветер. Сильное задымление способствовали дальнейшему распространению пожара. 114 человек тушили огонь, задействовали 29 единиц техники. Пожару присвоили высокий 4-й ранг из 5 возможных. Окончательная операция завершилась уже после полуночи. В огне никто не пострадал. Пока еще рано говорить о причинах пожара, так же как рано подсчитывать ущерб, это сделают позже. Но уже сейчас ясно, что пожарные вовремя среагировали и помогли избежать большой беды, локализовав пожары, справившись с огненной стихией. Владимир Мутовкин, Сергей Никифоров, 12 канал. Жители поселка Ростовка смогут пополнять региональный фонд капитального ремонта жилья с помощью абонентских книжек. Таким образом, владельцам квартир не придется дожидаться традиционных квитанций за капремонт. Заплатить за услуги собственники жилья смогут в любое удобное время, заполнив соответствующее извещение. Отмечу, что подобный метод оплаты недавно начали практиковать и в Красноярке. Квитанции за капремонт всего доставляли достаточно поздно. Чтобы не накапливать долги, местные жители и решили вернуть популярный ранее способ расчета с коммунальными службами региона. На смену печкам и дровам приходят газ и современное оборудование. В Омской области продолжается газификация. Так, в Полтавском районе активно идет процесс подключения жилых домов к основной газовой магистрали. В селе Никоновка уже монтируют внутреннюю разводку, а жители покупают новые плиты и котлы. Присматривают их и жители Еремеевки. В селе 466 домов. Продолжит Юлия Бабич. Жительница села Никоновка Фрида Блажко хвастается покупками. Новая плита еще не подключена, но это ненадолго. Как и газовый котел, она скоро найдет свое место на кухне. Специалисты займутся ее установкой после монтажа внутренней разводки. И, наконец, в доме не будет ни гари, ни копоти от печки. Да и деньги на покупку дров и угля больше не будут улетать в трубу. С печками, конечно, тяжелее. Старости уже шохота. Всех шикарно пожить. В
Воронцовское сельское поселение полностью газифицируют к концу года. Пришло голубое топливо и Вольгина. Дальше на очереди жители Еремеевки. Они уже обсудили с администрацией района план газификации села, порядок и стоимость подключения к основной газовой магистрали. Газ, конечно, здорово, тем более здесь и все, вот мы говорим, и Вольгина, и в Георгиевке, в маленьких селах, везде, вот мы сравниваем же, провели, везде есть, и как бы мы уж себя как бы ущемленными почувствовали, как-то уже ревность. Подвести газ в дом – удовольствие недешевое, но еремеевцы, даже несмотря на скромный доход, готовы на него потратиться. Цена вопроса для каждой семьи в первую очередь зависит от количества участников газификации. В селе 466 домов. Если решатся все, то стоимость подключения будет значительно ниже. Процесс этот, да, недешевый, дорогостоящий. И на стадии проектирования есть тоже момент привлечения средств и личных сбережений граждан для проведения этой работы. Стоимость этой работы и во что это обходится для личного подсобного хозяйства, для семьи каждой. Ну, это вот как в Ольгино от 8 тысяч, в Георгиевке до 20 тысяч рублей, в зависимости от процента участников в данном процессе. На проект газификации Еремеевки уйдет около 3,5 миллиона рублей. Если документ быстро пройдет государственную экспертизу, то в 2016 году решится вопрос с финансированием, после чего начнутся работы. Газификация области продолжается. Юлия Бабич, 12 канал. Маршрут 17-16 начал прокладывать 12 канал. На сайте телерадиокомпании запустили голосование, где любой желающий может поучаствовать в составлении карты путеводителя по значимым местам города и взглянуть на Омск глазами путешественника. Для этого необходимо заполнить форму к выбранной номинации. Всего их 7. Городской бренд, монументы и скульптуры, стильное место, черный список, белый список, историческая ценность и парк, улица, сквер. В течение месяца модераторы сайта сформируют список в соответствии с вашими предложениями. Затем начнется интернет-голосование. Омичи уже активно предлагают свои варианты. На данный момент их более 50. Больше всего вариантов в номинации «Городской бренд». К примеру, туда люди внесли Омский Арбат, Арену Омск, Шару речного вокзала. Вообще хочется пригласить активнее принимать участие в нашем проекте. Чем больше будет вариантов, тем интереснее получится наша карта путеводителя. Голосование остановят 17 февраля в прямом эфире премьерного выпуска программы «Маршрут 17-16». В результате в каждой из 7 номинаций будет выявлено по 3 объекта лидера. Они-то и войдут в окончательный вариант карты омского путешественника, народного путеводителя по Омску. В день города объявим окончательный маршрут. «Авангард» проявил настоящий сибирский характер, но все же уступил Салавату Юлаеву в овертайме. Соперники встречались накануне на льду арены «Омск». Хозяева забросили в первой же атаке. Владимир Соботко застал врасплох вратаря гостей Лиланда Ирвинга. Но затем в игре «Ястребов» что-то сломалось. За полтора периода уфимцы 4-жды огорчили «Омичей». Однако сдаваться «Авангард» не собирался. Еще до конца второй 20-минутки «Ястребы» сократили отставание до минимума. И оба раза точку в атаках ставил Денис Паршин. А за полминуты до конца основного времени матча, когда исход игры, казалось, был предрешен, лидеры «Авангарда» сотворили маленькое чудо. В меньшинстве они провели разящую контратаку, и Денис Куляш поразил ворота гостей. А вот в овертайме удачливее и точнее был Салават. Итог встречи 5-4. Это был 5-й матч принципиальных соперников в сезоне. До этого 4-жды сильнее оказывался «Авангард». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте в интернете 12канал.ру. Впереди прогноз погоды. Дождитесь. Кухни «Магнат» – это стильный дизайн, отличное качество, современные технологии. «Магнат». Время. Миллионы лет оно работает на нас. Днем и ночью. Создает возможности для того, чтобы мы могли работать на время. Опережать. Ценить каждую секунду. Чтобы побеждать. Радовать. Любить. «Газпром нефть». Омск Сайдинг Инвест. При покупке металлочерепицы, конек и саморезы в подарок. Монтаж конька бесплатно. И
о погоде. Спонсор прогноза – многопрофильный центр современной медицины «Евромед». Завтра, 23 января, в области небольшой снег, усиление морозов. Температура в районах ночью 28-33 градуса ниже нуля, днем минус 25-30. В Омске завтра без осадков. Температура ночью до минус 31, днем 27-29 градусов холода. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. В Евромеде акция. Шоферская и оружейная комиссии с большими скидками. Удобный график работы. Понедельник, среда, пятница, суббота и воскресенье. Телефон 331-400. И на этом пока все. По телефону 695-641 сообщайте нам свои интересные темы. В студии для вас работала Елена Бабкова. Следующий выпуск новостей смотрите в 17 часов. До встречи.